Гля, он Бьорн трансмог не делал, но выглядит стильно, нормально. Ага, стильно. Так, бутер. Был с нами или нет? КД принимать? Нет. Да, принимайте, когда я кто пришел. Олюшка, брат, ты вместо меня? Подоможешь? Да может ты вместо меня. Так у тебя статы больше, чем у меня. Ты что, мне падло. Тем более у тебя кондёр. А кто-нибудь есть это, типа, шарящие донатеры, специалисты? Сейчас при системе ренегатства можно ли делать рефраг и сбрасывается ли КД на противоположной фракции? Нет, нельзя. Все, понял. Так хочу себе второй топор уже, бля, просто пиздец. Зачем? Две одноручки сильнее, чем двуручка. Так, у нас... Кто у нас Энхан или Валк, я не помню. Айнан, по-моему, да? О, Корнес, брат, зашел. Так он на боссе и на Корнесе. Он же уже в Дисе. Да я вижу. Все, два слота осталось. Этот, КД принимать, да? Да-да, принимай. Ага. Здорово. Так, значит, Вал, Валк, ты у нас... Все, вижу. Угу. Так, один слот остался. Один я слот. Там на замене, если что. Все. Ага, сейчас. А, так, давай, давай в рейд, блядь, бегом. Да я хочу профы покачать. Потом покачаешь. Вот именно у тебя, блядь, весь день в игре, блядь, мог бы уже скачать что-то. Ну, слышишь, я полдня портнягу качал. ГПшечку хочешь, нет? Вот. Так я на замене ГПшечку получил. ГПшечку на замене. Бля, замена так не работает, когда не хватает слотов, и ты еще на замене. Не, это как-то так нихуя не идет, блядь. Хитро вы выебанные товарищи. ГП ему. Зорки, я тебе ботинки строю. Йога. Тебе не надо, мне не надо. Ботинки... А, у тебя точно, у тебя другие. Тогда полюшки. Что полюшки? Ботинки с йога. А, нет, сиди на замене. Да мне как-то надо эти ботинки, если честно. Мы тут подумали, посчитали, что ты гудлик бесполезный. Да вместо меня полюшка, я же говорю. Да Донта не будет, Донта сейчас... Блять, ему только что в личку написал, алло. Что он сказал? Он сказал, что зайдет на часик. Сейчас он добьет ласта. А, на часик? Ну, на часик может. Ну, ну хотя бы Мирона с ним убить, и там уже похуй. Росу лишь бы ляпнуть. Так, я там у Шадмана сошел, кстати. Куда он уже, блядь, софнулся? Сука, взял, блядь. Понятно. Нашел, как нашел, так и потерял. Сейчас я спрошу, у него может пойдет. А что за ник? Да что-то на букву Х начинается как-то там. Халип. Понял. Халип. Хабиб. Это как на В прошел? Да, прошел. Хуе. То? Ну хотя ладно, у него в гильдии тут ГПшечку даже давать нельзя. Меньше часа назад был в игре. Бля, как статус воина получил. Есть там 8 абсолютной пыли и великая космическая субстанция, одна штучка. Так, это пока, на 2 минуты. Ждем пока Донта. Побой нету. Я хорошо помоните, ребят. Может было в Кражане еще пару боссов убить? Зачем это плечи? Как вы могли убить в Кражане пару боссов, если ты смотрителя не смог убить? Не, мы смотрителя убили, и потом разошлись, но я не полутал токен, но я полутал кольцо с двумя дырками. И у меня столько сочного дропа выпало на этого, на комбата, что я думаю, пора делать комбаты, блядь. Только единственное, что нет оружия. Что комбата? Ну, да, похуй, как угодно. Можно комбата, можно комбата. Комбат. Ну, комбат, да. Хорош, хорош. Бля, кубов опять отсутствует. Надо ему в потихую ГПшечку начислить. Корнес, сними шлем. Нет, не то. Со шлемом как-то, блядь, как будто...
как будто что-то страшное. А у меня, смотри, нормальный трансмут. Так, где ты? Кто вот. Ты? А ну раздевайся. Куда? Вылезь из совы. Так это и есть трансмут. Вылези из совы. Ну, палка не в тему вообще. Типа, все осуждаю. Не, фу, лучше оденься обратно в сову. В смысле оденься? Ты смотри, как у меня волосы. Залезь в сову. Волосы торчат. Залезь под птичку. И прямо из капюшона. Ты понимаешь, что это тонкая работа? Ты такое видел когда-нибудь? Дырки в капюшоне для моих волосиков. Видишь? Это болезнь. Угарно. Кстати, как выглядит 26 ловкости? Какой цвет чарки? Тоже красный? Что значит, как выглядит 26 ловкости? Зеленый. Ну, чарка на оружие. Зеленый? Зеленый? Блядь. Ну, вроде зеленый. Я вот думаю, у меня сейчас будет две одноручки, мне нужен трансмог по две одноручки. Бля, сука, я ж не купил. Сейчас я приду. Ну, пока все равно дом дождем. Да ладно, ты все равно не дамажишь, что там будешь опариться? Ага. Да про кого, про меня? Про этого, Матуса. Или Матуса, Матуса, наверное. Хуился, блядь. Мэйтус. Мэтьюс. Ну, Матус. Это же, типа, ну, звучит прям заебись. Поговорим на ЦЛК. Он да этот историю рассказывал, препод к нему, Матус был, фамилия. Да. Не помнишь? Помню. Что-то рассказывал, я не помню, кто, блядь. Это у меня был. Бьёрн же рассказывал, значит, зачем он этот ник взял. У меня, блин. Да не убил. А, ну ты тоже маг, типа, я понял вас. Смотри, давай все ники коверкать. Корнес, Лангрис, Неверлайн. Корнис. Ты что, из Франции? Что за фигня? Неверлине. Блин, вы так коверкаете, как будто хуёво звучит. Вы типа коверкаете, чтобы ну, приятно было слушать. Ну да, мой. Это мой смысл. Нет, мой сковеркайте. Ебать, Зевс твоя 47 голды. Зор. Зор. Это который на глазах. Это я откуда знаю? Я знаю, откуда он взял этот ник. Там есть такой... Кто играл? Warcraft 3 играл кто-нибудь? Ну, я играл. Там есть эти грифоны такие, ну, мазальянс там, которые летают, там такой «Зоркий глаз!» Ну, да. Ну, кстати, у него же было, он говорил, что у него хан был на X каком-то «Зоркий глаз». «Зоркий глаз». Неверлин? Стопудово. Неверлайн. Неверлине. Неверлине? Ну, тоже неплохо. Неверлен? Ну, как ты, Корнеса, блин. Корнесом называешь, а его Корнис на самом деле зовут. Ну да, Корнис, по-моему, это топчик пока что. Лучший Корнис. Корнис, это как по-гейски звучит. Зачем на первый слог ударение делать? Канистра, блядь. Смотрите меня, ребят. Группа катак, неплохо. А зорки, не зорки, не зорки и не зорки, а зорки. Заркай. Заркиу, заркиу. Зарки-ю? Это нормальные пацаны так читают, да. Ну, Заркай, по-моему, лучше звучит. Заркию. Полюшка, да. Видишь, уже сечешь фишку. А, и нет. Полишук это, и белорусы поймут. Полищук, да. Плюшка. Понимаю. Кимсик. Наконец-то у нас нормальное количество паладинов в рейде. Да, один? Ну, два паладинства. Идеально. Сейчас, а что тебе еще нужно? У тебя сейчас... две массакры и мастер аур есть. Все бафы есть. Так ты в танке сейчас паладинов берешь? Ну да. Так сейчас танчи все даже будут как. Нет, пусть я. Паладины могут спину прикрыть. Если а, в дефюре в этом будет у нас, да? Да. В сове, да? Ну что, массакра есть. Ну ок. Так, тогда давай, наверное, я закину. Хотя, будь его ДЖшников, похер. Да, есть почта. Прикладываю сюда. Вот она стоит. Где? Вот это? Ну, я не знаю, где-то тут я поставил. Вот, да, дом. Стоит почта. Дом-то еще нет, ничего не тут. Thank you.
Че, вам мечи поставить? Драться будет? Я тоже могу. Погуляй с собакой. Ну, гуляй с собакой. Жаровня. Сорян, я покушаю. Жаровня. Че мне еще? А где мои мечи? У меня мечи украли, пацаны. Кубова на улицу выгоняет, пацаны. Это кого? На тебя выгоняет на улицу собакой погулять? Да нет. Это Невера. У Невера собака. Ро, смотри, вот твои мечи. Нет, вот мои мечи. А где твои мечи? Да вот они стоят. Где? Ну вот здесь. Блядь, где ты? Поставь на себя метку. Мечи не достигли. Я нашел тебя, я нашел. А что делать им? Ну ты его бери. Выставляешь кнопку скилла и надеваешь. Ой-ой-ой, меня застанило. Ты так не... Застанило? Это если тебя три раза ним ударили. Ё-моё. Так, Рос, давай. Подожди, я еще не выставил. Все, выставил. Где ты там? Все, готов? Погнали. Ну ты рано, брат, рано. Все хорошо. А! У меня еще баба есть. Ну хоть этот... Че вы, блядь, в смысле? Мечтаете? Там кто-то на меня напал, этот бабл, этот мелкий. Yes. Бабл стаки скидывает. Надо. Серьезно? Да. Я полечу. Бля. Бля, енот на меня нападает, помогите. Душите вот этого мелкого, он всех бьет по ласт-хиту просто. Все, добегался. Баб, сорян. Что вы как-то этот... Душите, капец. Я всех по очереди бью. О, блядь, мои мучения закончились, блядь. Сейчас его заберут. Ты собаку выгулял? Да, блядь, ну нужно будет просто вывести потом. А масло все купили? Да, про АГП начали за масло. Так, все, где ты, Кубов? Все намазанные были там, все дела. Чё, я драться не буду, я по цифре. В смысле? В смысле? Иди сюда, вот тут драка. Подожди. Иди наверх. Подожди. Где, кто? А вот тут Изука умирает. С Розе надо биться, да, или с кем? Где ты? Стой, подождите, мне нужно дистанцию сначала набрать. Да, я собаку беру. С кем я дерусь? Вовбро с тобой? С Неверлайн. Вижу, Неверлайн, давай. Сейчас, подожди, дайте. Да, я. А сколько, кстати, Донт уехал? До 30-го. Блять, ты ж надо его заперло, блядь, куда-то. Плюс 4, говорит. Ебеня, блядь. Говорит, я еще ни разу не ударил. А, так ты не ударил. Ты меня тоже не ударил. Почему у меня рисует, что я тебя два раза уже ударил? Ну, ты меня еще ни разу не ударил. Уходит в КД. Вот сейчас ушло, да. Сейчас ударил. Ясно, на меня этот тип сбоку нападает, мелкий. Вот который душный, да? Да, похуй, бабу нажму, блядь, убью его. Все, минус один, давай, иди сюда. Давай, кто? Ты. Блядь, отстань. Не могу тебя в таргет. Ты понял, когда ты бегаешь по этому, по стеклу, не видно твоего... этого. Твоего? Да, я вообще не понимаю, где ты. О! Блядь. Блин, а по стеклу реально прикольно драться. То есть без фрейма, ну, сложнее ощутимо. В смысле? Да это... А как так? Ну все, я выбил с тебя пушку, типа, четвертую, да. Да, это, ну, типа, ну, это было этот... Типа, тебя ударил, бежать даже не успел, ты меня ударил в спину. Ну да, у меня как раз откатывался этот. А где? Подожди, где еще? Ну, вон там пушки стоят. Где? А, ну, слушай, мы с Кибом одновременно поставили, они одновременно и пропали. Что? Йо! Полезно. Полезно. У меня есть уже. Давай, ставь. Еще 26 минут, когда? Какую за 6 минут ты, ну, быстро поставьте еще мечи? Мне кажется, вот эти мечи — это лучшая инвестиция в 5000 в моей жизни вообще. Ну, довольно полезная, да, скажем так. Кубу, поставь, пожалуйста, ты еще. Мы с ним одновременно поставили, выебывались. Ну вот тебе, девочка, стой, танцуй, что ты это? У меня еще кресло есть, но его что-то не ставит в это. Да не та девочка, вот там девочка, с которой надо целовать. Ну.
Куба. Чем? Как дела? Нормально, хава. Пожар устроили. Ну, так, слушай, может, это самое, блять, как его взять? Вместо Донта дружку еще одного. Че, ребят, под хила осталось еще место? Ну, как бы да. Сейчас пошу Донту сокосу. Ты карась, наверное, да, пишет? Говорит. Да-да-да, нет, карась. Угу. Качай тебе себе еще, нужно пару. Все, убили, сейчас карась пока на замене пойдет, потусь, все. Я захожу, да, хорошо. Ну и почему у всех такие большие гиры? У кого? У меня маленький. А что там, поставьте? Где это? Пламя? Ну-ка. Пламя да стоит, вон. Стоит в центре где-то. Сейчас. Я бы метку поставил, но у меня нет ассист. Вов, бро, не танцуешь, хать. Бутер, ты не там пламя, танцуешь. Пламени нету. Да вон, нужно есть, нажать. Есть, на канистре, видишь, стоит. Я сейчас кину огонечек и ловушку. Ctrl-V нажми. Как стало все сразу видно прям. Чтоб союзное время было. Вон, я ловушку сразу ловил, ребят. У меня можешь в таргете взять через ассист. Только отойди, там не этот. У меня в ассисте есть. Подрубай. Нажми на меня, слэш, помощь. Подрубайте стрим, смотрим сексапильные дренейки огненные. Кубов, делай. Делай вещи. Кстати, почему дренейки, а не эльфийки? Ну, не хвостики. Не хвостики. Да. Потому что дренейки пизже. Всякое. Не, дренейки. Мне не очень. Да у них же, блин, ноги кривые очень. Левитайцу. Так у них еще и копыта, и хвостик. Ну, а я же говорю за кривые ноги. Ну, зато хвостик есть. Ну, слушай, назвать это плюсом. Че, Хобов, скриншотишь, да? Конечно. Я и мои шкуры, да? Ты куда полетел, слышишь, демон? А ну, спустился на землю. Нет. На землю спустился? Спустите его кто-то на землю. Что этот демон себе позволяет? Вот, да. Похож на Дахаку из этого, из Принц Перси второго. Это мы подготавливаемся, да, к Мимирону? Выходим из огня. Угля, он что, закончился быстро... танец? Сейчас поставлю. А как у тебя так быстро она стреляет в разные стороны? Это сейчас. Двое кастует. А, чего? Поставил новую. Я думал, Кубов там устроил дискотеку. О, смотри, у нас в такт получается. Давай я чуть надо... Че я танцую с Кубовым? Отстань! Ну, спасибо. Кубов таргет. Сейчас по фастику мем здесь сделаем, ребят. Ой, уроза. Не, молния не то. Ну что там за донтик этот? Компотик, да. Говорит, что добили, сейчас разраливает. Вообще, это, конечно, дискриминация, что есть такой только с этими, с дренейками. То есть нужно было сделать так, что можно выбирать, в какую расу ты хочешь превратиться. Ну да, ты разговариваешь с ним, типа, кем хочешь сегодня стать. Ну типа, да, да, да. Хочу стать горячим. Кто ты сегодня, да? Или гномиха. Ну в целом, да, типа, есть некая дискриминация. Ну неважно, кто лучше, типа, кому что нравится. Горячие дворфики, смотреть без смс регистрации. Горячие это урениха, да? Горячая андетка. Детка, андетка. Ну, андетка еще на фоне дворфики. Блин, ну на фоне дворфики, по-моему, все выгодно смотрятся. Не, ну андетки, они же этот. Вроде норм, нет?
Ну да, они такие горбатые, как, знаешь, как Марш Симпсон из этих, из аналогичного мультика. Из аналогичного мультика Марш Симпсон? Нет, Симпсон просто есть. Симпсон, точнее. Не, не видел. Ну там можно, типа, прическу высокую такую делать, как у этот, как у... Как там на М звали? Главная героиня Марш или Мэр, как там, не помню. Матус. Понимал. Че, я сделал мем, ребят, цените. Хорош, давай. Сейчас оценим. Неплохо, неплохо. Я старался. А где твой ник? Никто не понимает, где твои девочки. А, все. Больше интересно, где мем. В разделе мемы. Ура! Я вчера купил свиток такой 36 ловкости. Думаю, какой кайф. Покупаю, короче, он за двуручки. Я такой, кайф. Интересная история. Что, обратно продал? Коля, расскажешь. Все, ребята, давайте смотрим бунт, аспект можно выключить. Сейчас проверим этот задон, который у меня скинул там. Давай, давай. Там же два их разных было. Ну, я второй скачал. Фулл ребаф дайте. Давайте, ребята, рыбу кушайте. Кстати, пир со специями уже по 100 голды, вообще изи. Так, огоньки у нас сводят, выводят туда эти самые. Невер и Дон, ты тут, да? Так, да я первый сведем, а я... Не, пусть может Дон поводит, Маш пушку. Давайте, чем на пул. Химию все выпили, аспект вырубите, выруби их. Маслица намазали. Ой-ой-ой, маги, дайте столик. Точно, две минутки. Маги, столик. Сейчас, да. Зорки, поставь стол, пожалуйста. Уже поставил. Ну какая совенка, смотрите. Куда смотреть? Алюшка тут? Он танцует, ему вообще похуй на нас. Мудак. Все, давайте по местам. Пошукаешь, вроде. Маги инду, киньте. По рейду. Не живу, да. Еще раз. Что? Ну чё, давайте, быстренько закрыли. Там Невер АФКшит. Наказать. А, он пошел собаку выбрасывать с окна или что-то такое. Или у кого это там кто-то выпрыгивал с окна? Кубов, у тебя? Да, у меня кот выпрыгивал. А, ну все, значит, спутал. Ну там высоко я убил, он чуть не убился. Да ну какой высоко, первый этаж? Ну да. А ты откуда знаешь? Смотри, у совы суд, дорога. Да я же вчера к тебе в гости заходил. Полюшка, алло. Понял. Ассалам алейкум, на месте. Давай, иди там. Ты, алейкум, иди сюда. Да, покушай. Еще Дживс там стоит. Кто чилится? Так, ну, Мирлайн, ждем и все. Слушай, а босса можно уменьшить, интересно? Слушай, давай не будешь как на Торине. А что там было? Ну, уменьшили босса, сломалась вся позиционка Милика в вайп-рейда. А, о, неплохо. На всех таких больших босс работает. Типа фрейм уменьшается. Донт, у меня КД почта, мы ставили две штуки с Кубовым. Мы, короче, умеем в целом пользоваться приборами, которых долгое КД. Мы два мяча поставили, они одновременно пропали, две почты. Блять, Мирлайн, алло, ты тут?
Он 2 минуты просил. Да. Я думаю, мы услышим, как он подойдет. А после такого хрена, почему это самое? Вообще, мы сидели полчаса фигней занимались, а он там сидел пиздел с вами. А не решал свои дела, которые сейчас пошел решать, когда же флупать. Ну если собака в окно выпрыгнула, надо пойти достать. А чё присыпка детская я такая? Я думаю, если она выпрыгнула, то нафиг такая собака нужна. Ну не знаю. Просто хочешь обновлю? Да, давай. У тебя их много? 2 штуки еще. А где их вообще покупать? Они из сумок выпадают. Куда? За квест, да, кулинарный. А науки не продаются? Не, вряд ли. Это персональный предмет. А когда там будет 25-ка? Не слышно? Числа 16-го вроде. Октября. Октября, смотри, вышло еще. Ну, в сентябре должна. Ну, типа, кару уже все пофармили, уже у всех 2 Т4 есть. Ага, всех, ну. Ну, типа, блин, уже много есть Т4. Вот сколько у нас Т4 сейчас? 1. Да чё? А, ну, босс... Ну, были вот у Шовы, у Скайсонга, вот у них по 2 Т4. Босс, Крепатый. Нити, я здесь. Всё, твоя вредность. У кого-то еще. У Шаманизма, у Айнана, у Лангриса. Краш-тест был тоже 24, он пропал. Краш-тест как там был? У Зоркова, да. Ну то есть, это хуя у кого. Давай, я чё напал. СС там раскидайте. Так, Войт в медведе или что? Нет, Войт не в медведе, Войт на сове. Я имел в виду, у него 24 в медведе. А, все, понял, окей. Все, все готовы? Роза, иди тыкай. Стоим, ждем пока. Побежали. А что ты мне не показываешь? Все равно забыл мне работать. Что за... Отходите от огня, чего вы стоите возле него? Возвращайся только донт и это самое. Донт, уходи. Банан, вправо, влево, переходи. Готовьтесь отбежать. Это шлёт босом. Айна прохил. А, блядь, это, Невер, молчи. Быстро зайди от огня, бегом, блядь. Вообще уйди в другую сторону. Банан то же самое. Аккуратно, мимо. Крест прохил, донта прохил. Будет сейчас пламя, 5 секунд пытаемся. Шок удар, 5 секунд. Получил верный воду. Стопайте, урон. Стоп ДПС. Зашли миллизона. Прохил Айнена. Ждем. Стопайте, ждем. Прохите этого. Все. Отлично. Все печеньку, все. Бегом. Да, надо было метки поставить. Да, ничего страшного. И... Выбежали. Стоим пока здесь, ждем. Ученики, возле огня не тусуйтесь, вы стоите, у нас только дом ходит. Что, я вожу. Обратно повернулись к огню, все к огню бегом. Ждем. Немножко сюда приедем, немножко двигайтесь. Право, не надо, сейчас на вас там вырастет. Побежим. Кто побежал раньше времени, блять, а? Все хорошо. Окружили босса, где вы дали ФДП? Не знаю, бомба смотрит. Вы умрете. Мастер Аур. Мысли с этого... Сегодня аккуратно. Сейчас готовимся, обстрел скоро будет. Обстрел, отошлись под рожжу. Бегом. Прохил приеду, дали по огню не бегайте. Ловите огонь. Сразу как обстрел заканчивается, сразу разбегаемся в разные стороны. Найдите мастер Жалов. Дали мастер Жалов. Сбежали, сбегом. Блинками там и так далее. Вы прихил приеду, да? Отлично. Вс,
все. Так, куда сейчас бежать, я уже не помню. Да так же, просто где-то, где свободное место. Семечки опять же. Угу. Подбежали всех семечки обратно. Куда проходим? Дон, Тотем. Влево пойдем. Гагаснип, Гимноману. Влево побежали. Давай дальше за огонь выйдем. Да, пробегайте, пробегайте, чтобы не зажимало нас. На пулю вам в розу? Да, на розу на пулю. Фарт, Тотем, Гагаснип. Гимноману, Гагаснип. И Бутер тоже, Гимноману. А, ну дали, все нормально. Так, ставлю мне. Эти ход оставляем. На бомбов этих. Остальных заливайте просто. Бомбота. Не-не, сейчас не заливаются эти сигнальные. Не, сейчас не заливаются. Влево, бежали, влево, 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 влево. Ну потом, ДК, давай это аккуратненько. Поставь на меня тоже метку, чтобы милики видели, где им нужно быть. Так, пламя. Сейчас пытаемся. Побежали влево. Кучно тусуемся, кучнее. Так, потихонечку поддамаживайте этих сигнальных роботов, которые тушат. Только метки не трогайте. Надо их уже дохера слить, чтобы нам не мешали. В кучу собрались, бегом, печеньку, печеньку, сейчас будет огонь. Печеньку все, бегом, 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 бегом. И влево бежали, побежали, побежали, побежали. Приводим босса. Так, играем по этим самым, по роботам играем. Милики тоже играйте. Метки не трогайте. Бьем все, что не в метках. Бомбота. Не, я потом дам заночу, когда нужно. Да, дон. Я добил. Все, вот. Еще один моб с правой стороны. Убили его. Так, стакнулись, стакнулись. Сейчас будет огонь. Милики, следи аккуратно. Стакнулись за печеньку. Вот. Ага, все, бежали. И да, переходи туда, там, где нет огня вообще. Переходи. Все, ренжу взяли. Беру с собой. Бомба, смотрите, аккуратно, где бомба. Изука, полюшка, дрыщ, расколы. Кассеры по голове играются, милики бьют пока в нижнюю часть. Кассеры, да, переходите чуть-чуть. Умрете. Корнес, мастер аур. Бомба аккуратно, мины, 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 мины. Смотрим аккуратно. Не через ракеты проходите. Катоди, сейчас обстрел будет. Ушли, 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 ушли. Ну хороший обстрел, домашний. Ай, меня тут. Да это несправедливо. Все, стоп, ходим, сейчас ходим, все ходим, хорошо. Ходим, ходим. Главное, следите за хп головы этот. Проходи вперед, проходи вперед. Вот здесь сейчас ромбик, вот туда, даже дальше. Я ставлю. Вы должны быть перед. По телу играем, играем, кассеры по телу играем сейчас. Окружили босса. Смотрите, внимательно, где бомба будет. Не подводи, ты сейчас перекроешь минами. Кастера, вы видите? Мины. Отошли, милики. Бомба лизная, смотрим. Продолжаем бить. Кастера, посмотрите, где печенька. Вам нужно стоять в том районе. В нижнюю часть играем. Ушли. Сейчас будет обстрел, осторожно. Прохил. В нижнюю часть играем. По телу, стоп ДПС. По телу, стоп ДПС. В голову, кастера, все в голову. Милики, добивайся. Массакру или мастерау, если есть. Все, ушли, 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 дружим. Нам добили все части, добивайся. Быстрее, 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 все, быстрее, ребят. Да изи, видишь, люди уже не уставшие, намного проще, типа. Угу. Ну и плюс у нас локов больше. С демоном. Ну, некоторые первый раз, я так бля, понял. Поставил. Ну, отказывайтесь. Отказывайтесь. Ну, Корнес, не за вагоне. Полюшка, красавчик. Не, потому что некоторые люди не первый раз, я поэтому вначале от огня просто просил отойти. Этот, медведя, хочешь медведя, да? Или я останусь в танке? А, пускай Сань будет на медведе, потому что как раз 2Т4, это сильно будет на Везаксе. А сейчас за принятие КД ЕПшка начисляется, нет? Конечно. А ты будешь за меня? Нет, за... Нет, половина за принятие КД начисляется. Даже если он на замене сидел? Не, если на замене сидел, нет. За принятие КД имеется в виду, что типа его не было, вообще он не лотал ничего. Так, ГГ снайп это на
Это на рестра друид до конца, если что. Имба. На кого идем? Да погнали с душных забьем, а потом вернемся к простым. Нет, ШПшки. Блин, что какой ШП? У ШП есть Скоржана 259 и Скоржан плюс остров. И остров. Я валившись, отэпайтесь, погнали на Везекса. Остров не такая хорошая сейчас кольцо уже. С акетом отлично. Вообще не, оно очень сильное с акетом, да. Прок еще. Не, ну прок, понятно, но за счет сакета оно прям выигрывает 45-е кольцо все. Подожди, он код, по-моему, стоит? О, Бьёрн, сейчас тебе 3 не выпадет, Светик. Ага, ну же всем, там кому-то надо еще. Как я знаю, поступишь этому кольцо или нет? Просто я не видел, что его успех. Спаешь хорошо. Этот, поставьте кто-то еду, зорки, давай ты. У тебя просто хоть лепеста нету, а так нормально. Энхи. Энхи. Единственный. А у него же такая есть. Вау, у нас Энха, чё ты, единственный-то. Айнон тоже Энхом решил стать. Почему? Донт и Вальк. А Айнон на его спек, наверное. Донт, ну я думаю, ты здесь можешь спекаться. Да в целом, ну, нам на Везекса сколько? Корнеас идеальный хватит хилов? Ну да. То там в целом нечего хилить. Пыляй, Войд. Так, ну это хуйня. Я полный релок сделаю, минут 5. Это займет. Паролу, давай. Просто. Давай. Надо к нему. Слушайте, а можете перестабав лапку? В йогу плюс 0 делаете, да? Плюс 1. Ну, плюс 1 это ХМ-ка, типа, плюс 0 это... Как это что-то называется? Супер ХМ-ка. Ну, типа, блин, это ФК. Считается. Да нет, и, это не... И маунт падает. Маунт, да. А сделаешь плюс 0, да, уже? Да, ну, типа, плюс 0 это ФК, после этого, типа, плюс 0. Ну, может, кто-то и делал, типа, чисто для почтения, скажем так. Ну, типа, вообще можно сделать, но я не пробовал ни разу плюс 0, но мне кажется, нет, хватит не будем головой ДПСа всего. Давайте не будем заебываться плюс 0. Да, конечно, погнали просто, ну, по фасту проходим. Типа, давайте, когда будем в Т4 все, тогда будем да ходить. Да даже, типа, это не супер обязательно. Ну, маунта будем лутать. Ну, не, можем, да, можем сделать, чтобы мне маунт достался. Как вам план? Ну, мне это вышло, да? Куда Т5? Ну. А Т5 я соло закрою его. Устан. Давайте быстрее, я еще хочу это самое, сходить с пугарями, хай паром, может проходку сделаю. Так, завтра же этот будет собирать. Войд собирать будет, я пойду вот с Войд, ты там пойдешь к ним своим. Да, погнали, завтра туда соберемся. А сегодня можно там пацаны здесь некоторые хотели... Здесь слева обходим. Некоторые ребята хотели десятку, давайте сегодня сейчас быстро закроем и десятку организуем для тех, кому именно полутат, что нужно из мейнов. Ну я просто на Алгалонас. Там Корнессу босса. На Алгалонас с удовольствием зайду. На Хапаматрине надо. Ну я, нет, кстати, может... Вик буду собирать, мы просто вчера не успели Вик сходить. В Коржане засели очень долго. Да, мы видели. Да. Там просто этому Корнессу нужно, Волфбро нужно, две шмотки, Фейбл. Вы моба сзади, наверное. Сзади моба. О, Валка. Разворачивайтесь. А что там, у нас бой танчи, да? А что вы его загрели? Кто-то слабый. Ну, нечаянно очевидно. Я бы крыса. Затанкуйте моба, пожалуйста. Сейчас посмотрим по Везексу, как там по ДПСу. Да что сейчас на Везексе смотреть ДПС? Мы-то его стопаем. Я танкану, ребят, нормально. Ну, кубов напуливаю. Давай. Второго танча. Не получилось. Так, что у нас с танком? Брось, иди. Да не танк, Войд сейчас танк. А Войд спекнулся? Да, это все хорошо. Просто не было, типа, все ж пробежали вперед. Бля, тоже медведя хочу, но сука, мне впадло печать. Хочешь, я тебе аккаунт дам? Приготовим, он будет танчить Грула. А? Давайте Войда приготовим. Слышишь, Войд, а у тебя этот капа мастерства нету? Нет, пока нет. Да не, у меня кажется, это самое. На моем варе уже. На моем варе уже 40 это самое. 40 мастерства на дулету. У меня на выпале 46. Я еще плюс иду, похоже. Слушай, Агроб, а зачем ты так рано собираешь мастерство напала? Ну ладно, типа на медведя, типа, чтобы Агро было, а напала зачем? Да просто.
Оно и так само по себе очень много собирается за счет шмоток. Ну, оно-то собирает. Ну, я не знаю, типа, я 28 собрал, там максимум 32, я смотрю, так, типа, мне больше и не надо. Так, бьем череп и крест. Любой лог забанится или металля. Я кидаю по квадратику. Зорки по трусам. Рос по звездочкам. Все, давай. Танки спустились вниз. Поехали. Контролиться. Крест забери тоже. Бля, я помню, как десятки тут вайпались, это пизда, бля. С каждым один вайп сделали, печенька играется потом. Да, один... этот Донту ассист, он сейчас поставит метки, мы больше трэш не будем бить, только вот эту вот пачку. А чё так? Ну сейчас же уже улучшили все тактики, типа, мы сейчас все на изи проходим. Ну ок. Ну так этих мобов боковых надо по-любому убивать. Нет, нет, нет. Нет, ну одного. Вот эту пачку. Ну и одного вот этого правого, да. И Везов будет стоять здесь, а Рейд там. Ну Дон поставит сейчас метку. Ну, я примерно понимаю. Просто они не пулятся, типа, и нам даже удобнее, потому что не будут эти мелкие, ну вот эти огоньки в мелизоны заходить, можно будет там ешить, все такое. Я не знаю, типа, у нас медведь выдержит агро, вот я его спекнул, но я не шарю. Ну, если что, я два раза игру потанчу. Да нет, ну, блин, там, у нас есть кого потанчить, а просто о том, что мы его сейчас спекнули, а что у него будет с агро, непонятно. Ну, стоп. У нас и ДКшку можно этот спекнуть, он точно выдержит. ДКшка лучше будет. Ну, у нас стопа на пол, у нас только один на пол, два на пол. Ребят, законтрольте полюшку, но не убивайте, по-братски. А ты не стреляй в нас, ты что, дед? А я что сделаю? Не стреляй. Пей таблетку. Гля, кубов там уже все, пошел. Насилуют. Да я не знаю, я в него дал и покаяние, и стан, а ему все равно. Держи, бля. Давай тогда этот, fucking mad, спекайся в танка, войд в сову, больше ДПС, и с агро я буду увереннее, что мы не сдохнем. Дука больше обросит. Печать уходит. Подожди, а хрипатый у тебя спек есть? Нет, у него нету спека. У Дуата есть спек, я знаю. Да, подожди, у нас что, хрипады танчил, что... А все танчили у нас ДКшки. Давай Дуата спекнем. А он... Потом мне беговый танк, ребят, что вы гоните на него. Дуат, спекайся в танка. Страшно, я вообще ни разу не видел, что он танчил. Да и так, как он играет, мне страшно его на танка пускать. А что, он, блядь, тебя грон не удержит? Слушай, не исключено. Прожаться там надо нормально. Огром нормально сделать. Да, ты же помнишь сначала максимальную ротацию? Блядь, 24 не, ну спекни сам в танк, в чем проблема-то? Не, да я ретрик, блядь, у меня тоже. Не слушай. Ну, блядь. Возьми танк, танка спек себе, в чем проблема? Все, раз давай. Ты, что я танчу. Так, все, взялся. Знаешь, да, ЛП, ЛП, кровотвод, ЛП, перезарядка, ЛП, 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 ЛП. 6 или 7 ЛП. Сань, Рос переживает, потому что он вчера смотрел прямой эфир, я так понимаю, как мы на Молчезаре были. Ну да, да, я это хуйня. Да все, ладно, чего вы душите, блядь. Типа. Так, квадратик это место, где танчится босс, или что? Рыбу можно, ребят? Да. Пожалуйста. Стояла рыба, блядь. А он слева. А вон она, всем похуй, извиняюсь. Еще раз прошу. Квадратик, блядь, что за метка? Там, где босс квадратик, стоит. Там босс стоит, да. Все остальные стоят печеньки и разбегаются вправо. Или влево. А уносят крестик. Ну, влево нежелательно, а то мало ли еще откинет, поэтому... Ну, если крестик, мы же куча... Ну, в принципе... Не, если крестик, плохо. Просто вон туда, где видишь, просто... треугольник. Да я понял, я знаю. Так, все, давайте, чем... 20, вот туда в квадратик сам идешь, туда. Они близко, блядь, не? Успеем убежать? Нет, 30 метров надо, чтобы было. Нормально. Все, диплей. Стоим пока дамажу. ЛП давай. Максимальнейший ЛП. Не-не, лицом к этим картошкам поворачивай. Повари, повернись его лицом. А че у нас не бегают люди? Все, ебашим. Сбежали. Невер, пусть бьёт на релит. Не, пусть Невер, я подамажу уши. Да ты, тебе надо навыки восстанавливать. Да, разбежались. Я говорю, не слышал адрес. Касть.
встаньте все ровно в печеньку, потому ну, что... Ну, агрополюшки, локи прожали все эти хуни свои, быстро. Веди обратно в квадрат, быстро. Квадрат веди. Угу. Каст. Ну. Сейчас он кастует. Гроз бросит. Блядь, сейчас я скину. Зорки. Я скинул, сейчас. На пол, да? Ну или на пол бегом. Пока не дамажим, ждем пока. Отводи дальше еще. Еще. Все нормально. Каст. Шаманизм выбежали. Шаманин вышел следом. Пары аккуратно. Они вроде сюда особо не идут. Встаньте ровно в печеньку. Ровно в печеньку все встаньте. Разлетаемся в разные стороны. Мелизона пары, осторожно. Никто разбежались. Не уешит. Бьем точными ударами. Милики, осторожнее, алло. Ровно в печеньку все встаньте, алло. Банан. Да хватит ДК-шник. Разбежались. Что за долбоёб пары бьет? Какой-то ДК-шник. Не бейте пары, алло, блядь. Милики ушли отсюда нахер. Разбежались. Убили свои эти самые, а уедут хуйни свои. Милики, может... не обновляйте, не обновляйте. Блядь, я боюсь дамажить, блядь. Разбежались. Кронес, дай Салеву по матушку. На полу обновили. Разбежались. Двигайтесь. Кубок. Вот. Ровно в печеньку зайдите. Разбежались. Печеньку ровно зайдите. Сбежались. Шаманизм. Выбежали. Готовьтесь. На пулы сейчас. На пул КД. Никто не бьет этого Элема. Стоим еще в метке. Все, Дуат, забираешь Элема. Элема, в ЛПшке в Элема. На пуле ли Элема, ждем. Все, дали на пулу Геру, погнали дамажем. Да подождите Геру еще, сами в лужу. Все, ДПС дали. Все, сдавайте Геру. Встаньте ровно в печеньку. Матус, назад. Разбежались. Колюшка, раскол. Печеньку ровно. Раскол. Все ровно в печеньку, сейчас важно. Разбежались. Разбежались. Вытягивание жизни, зорки. Зорки, зорки. Выбежали. Блин, а что у тебя за этот, за раса? Разбежались. А дамага 0, а агро миллионы. А как с этим раса связано? Ну типа, что этот, нету никаких эльфий. Ну это орден. Сука, блять, я так нахуй перепил. Чтоб не, блять, не агро, то ебаная, блять, может в топы вырвался бы. Вау! Меч, да, норм. Кстати, вовбро, если у него да, этот, да, это пиздец будет. Да, да, да. Ебать. Дядя, что за фурик будет? Алло. Гитагаца. Еще второй 2Т4 вообще. Пиздец. А, ну Дуату. Дуату? Тебе на кой спек? На любой, на танк, на ДД, на оба спек он. Ну он БДК написан мейн, значит подходит ему. Давай, не лезь, да. Ну не сегодня. Блядь, а сколько у него столько пьюра, кстати? Блядь, в убро хотел постоянно? Ходит, может.
Ну, потому что я всегда хожу. Не, у 2-то просто 8к ЕП, но 0 этого ГП. Я понял. А у Кубо, ой, у Вобра больше ЕП, но ГП 500. Сколько там за двухручку там? Я не помню. 250 вроде. Или 350, не помню, да. 250. Бля, у меня курилка закончилась, пиздец. Так, а что у нас тут по миликам? Сколько? Можно будет сгонять? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Или потом? Потом уже сделать. Семь, невер восемь, идеальный девять. Проставьте метки. А, ну все, четко. Тогда я спекаюсь в танка. Бьорн же был с нами на этом, на йоге, он знает, что распределять? Нет. Ты ставишь 4 метки по углам и распределяешь туда людей, которые идут в порталы, и люди идут по сторонам, которые ты обозначишь. Угу. Ну кто портал? Мини-зона вся получается? Да, смотри, первая, вторая партия и вместо розы идеальный. Я сейчас хожу за тремя пока, переодеваюсь. Понял, Дон? Идеальный соло хили? Да-да-да. А вы там все были в комнате? Ну, слушай, мы все были. Ну, что тут значит? Первая налево, вторая направо распределяется? Да, первая налево, вторая направо, Неверлайн, Ников. И так, вы ближе к квадратику ориентируетесь, ваша зона будет. Ты поменяй тогда Роза. На первую пати закинь, чтобы он бежал с теми, кто не хилится, класс. Я не бегу никуда. Я имею в виду, чтобы идеально бежал с первой пати. Не-не-не, вы еще то самое, у шамана тусуете там, тотемчик, все дела. Какая разница какая, взорвет портал, да и все. Ханты, вары, роги не хилятся. Нужно, чтобы с ними хил бежал. А здесь сова и элем, они подхилят вобро и дуата. Ну, типа, имею в виду, чтобы ты, типа, влево назначил там ханта, вара и этот... И к ними идеального влево, ты а вправо сделал типа ДК. Подожди, сколько вы хилов закидываете туда? Один хил. Просто Роза в первой пати вместо кого-то и все. Чтобы идеальный в первой пати бежал налево вместе с теми, кто не хилится. Ну вместо кого-то ДКшки меня закинь. Да, без разницы. Сейчас я закину. Давай торчим на пол. МК дай. Сейчас. Так, ну только вы распределились, условно... идеальный Невер заходит в крестике, Факин Мэтт хрипатый Фейп в квадратике, Войд Валк заходит в ромбике, Босс, Вовбро и Дуат... Печеньки. Нет, Босс, Вовбро заходит в печеньке, а Дуат тоже в ромбике. Вот такое вот распределение. Вроде ровно. Все готовы. Ну и подожди, все спекнулись в афликов там? Полюшка, есть афлик? Да, но у меня хосты для афлика нет. Да, ну, какая разница. Типа, смысл, ты все равно больше надамажишь в афлике. Давай в демона тогда. Ну или в демона, да. В демона спекаться? Давай. Я для РБК спек заменил. Да, ну любой, или афлик, или демон. Ну, дестрик особо смысла нету. Ну, бля, нужно нет, третью так. фазу дамажить. А почему нету? Ну, на третьей фазе афлик дамажит Леона. А, все, понял. Там фала часто дается, нужны доты. Я думал, что может там... Респектнулись, нет? У меня нету РЧа, ты сам проверяй. Давай, че. Кто еще остался по боссу? Все, первый этаж. Первый этаж. Йока, первый этаж. Надо кому-то с босса? Конечно, там еще этот квест. Хорошо. Ну, может, на холи паузу скачу, не знаю. А мы осколки еще? Не только квест, осколки самые важные. Да, мы завтра пойдем на этот, слышишь, Бьорн? Мы завтра планируем собрать с пугами, может быть. Завтра у меня десятка соля, так что сорян. Понял, прости. Мазлыч, днем может быть. Все, поехали, ребят. Может быть днем, может быть, я ему скажу. Да не, все, на лужу никто не наступает. У меня чат пишет, кто наступил. Это будет красивая победа. Полево. Угу. И этот, на пулы давай, ну, тихо, понял, на которых берса. Ну, я первого на пулю, а второго здесь пели. Сколько тебе снять тебе брисы, когда я затею? Ну, смиряющий выстрел. 8 секунд.
тебя идти без промаха! Может, ножу выдавим, нет, чтобы быстрее было? Не, не надо, не надо. Сейчас идеальный тайминг идет. Типа, ну, не должно быть мобов под конец. И не будет. Есть местечки? Не, фу. Ну, как всегда. Ну, надо приходить, наверное, еще через час. Ну, да-да-да. 10 часов приходи, на сорта 10. Да не, завтра, 12. 9, может, ты хотел сказать. Сильваныч, завтра пойдем. Полутвинка статиком. Завтра у него кара со мной. А. Да вы хуели. Так, чего вы вот сразу это на пул, Берса. Да нет, Берса на нем, я не могу стаунтить. Да я что? Не могу с него снять. Видите, лапки красные, типа они... Стоп ДПС по нему, стопайте ДПС. Зайдите от него. Я лагаю. Я лагаю. Полюшка ГПС нахуй, я сейчас дам. Блядь, продолжаешь хуярить его дальше, блядь, когда он еще бежит. Идеально, дай БР по нему. Блять. Дайте баф. Так а смысле хуярить, я в него койл дал, чтобы отхилить. Хуел, блядь, почему все? Не добежал до цели, за ты уже хуярить начинает. Блядь, дойдет до танка, тогда начинаете пиздить его. Что за привычка тупая, блядь. Сзади еще аккуратно. Да я вижу. Кастеры, блядь, не бьем, пока танк не поставит моба своего. Не, ну типа, если видите на мобе красные лапки, то лучше его не бейте, если особенно он не на танке. Типа, если нет красных лапок, то плевать, я стаунчу. Все, стаунчу, чёрт. Там, блядь, не ДК, что лупочки будут раздавать. Так, Лангрис у нас ДЦ, да? Не знаю. Я в шопе. Да нам тут два хила нужно максимум. Всё, окей. Так. Так. Щупальцы, там кастер по большому играйте, милики играйте по мелким. Милики по большому, кастеры по... Сейчас ДБМ пишет, когда первая комната. Заанонсишь. Сейчас загляну. Ну, я скажу. Портал был, да, есть. Провал безумия называется, да? Ну типа мы да. Про... Лучи. Все, не фудили, блядь, скрюбиты. Сбежали с квадрата его, это самое, печенька и... Ну, все. Душа еще разбили быстрее, милики. Милики разлагающие. Портал через 15 секунд еще время есть. Поднимаешься пока разлагающим вместе. От Невера отойдите. От черепа. Лучи аккуратно. Лучи. Лучи, блядь. Друид идеально. Лучи аккуратно. Все отлично. Порталы готовьтесь прыгать. Пошли, по местам встали все. А в удушаю сейчас играть? По порталам по местам встали все. Бегом. Все. Кастеры продолжаются бить этих самых. Лучи. Ослабление сбейте этому пиздюку. Да, сейчас я. Удушающе. А вы Торимон-то вызвали? Угу. Ох, блядь. Води фьюри подними. Угу. Ты чё сдох, блядь? Ёп, от луча этот. Я понял. Ну, взгляд плюс... Все, понял. Сколько там осталось, да? Все, вижу. Готовьтесь выходить. Выходим. Вышли. Мы еще отошли. Сзади разлагающий. В городе спал. Вы главное следите, сейчас будет удушающая. Мелики по разлагающему. Сбежались. Звездочка, печенька, звездочка. Удушающий разбери. Быстрее удушающий бьем. Каску кулак. Мелики, готовьтесь. 5 секунд. По местам мелики стали. Блять, диспельте с полюшки. Верню. Станище. Стали по диспельте. Порталом быстрее. Кастер играем. Получаем. Получу пульсом. Брос, сбегись. На ком там, только не. Душа еще. Блата прохильте, там его босс. Блять. Вы чё дохнете, блять, нахуй? Взгляд безумца, вы чё отвернуться не можете, товарищи, блять? Сбегитесь быстрее, лучи красные. Так, банан, подними инкуб босса.
Все, бриды закончились. Два отдыхаешь. А, блядь, если у тебя нету хила, они влетают хил, то надо отвернуться и не бить, ничего не делать. Не-не, это... там, типа, ты тычку можешь дать, плюс с гадкой. Ну так вот, это значит, ну, тычку не давать просто, потому что там отражение. Да все время ходили в одного хила на лучшоте, то сейчас будем 10, так, его 10 раз... Выходим, выходим, выходим. Выходим. А сервер залагал, мне кажется. Нет, мне нормально. Блядь. Я злата, Бэйрна. Забавкайся. Рельсы, короче, мне там с игры выкинуло. Разбежались, двое в удушающие сыграли. Готовьтесь, порталы. Против часовой разлагающей. От луча отошли. Место в портал есть? Да, 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 зайди, Ланг. В удушающие сыграли, быстро. И осторожно, лучи. Милики, милики, кто там стоит касте? Вы переведете сейчас за эту? Кажется, нет. Там тяжелая фуловая стоит. Против часовой, против часовой. Так дольше бегаете. Распределишь вопрос. Да еще убить надо. Это должны, по идее, успеем. Ну, это, давайте. Дуата, почему ты снаружи, я не понимаю? Выходим, выходим. Портала не было, меня БРнули, я встал, а и все. Все, стоп. Портала нет. Вы не успели, да? Не успели, нет, нет. 2% там. Да, я вижу. Плохо, будете стопать. Я понял, Дон. Смотрите внимательно, сейчас будет удушающее. Ну, с лучами, осторожнее, ребят. Вы чё, так безопасно бежите? Порталы забежали? Удушающее. Да, все, все играем в тяжелое. Переводите только аккуратно. Стоп, за мне все добили. Только сейчас не бейте щупальца. Ой, не бейте мозг. Сейчас мы доиграем в тяжелое. По чуть-чуть подбивайте, чтобы, ну, максимально близко. Тут 1%. Сколько у вас? Ну, можете, блин, там выйти половина народа. Да. Выходите, выходите. Все, сыграли быстро все в тяжелое в этот... Милики играют в стража плюс в разлагающее. А что здесь нет этой восстановилки? Отвернулись. Да, нету, нету. Геру дали? Блядь, Дуат, ты смеешься? Мастер Аур. Не успел. На следующий дашь. Убили Дуата. Давайте я вам не буду только анонсить, отвернуться, сами отворачивайтесь. Кого взяла в МК, ну, там так сколько, соточка. Рост, так может ты освободишь мне ауру? Так она у тебя, я освободил. Это, пацаны, а. По ДБ мы, смотрите, за 2 секунды отворачивайтесь. Забей. Даже за секунду. Криво работает. Отвернулись. Мастер Ау.
впереди вечные страдания. Милики тоже поигрываете, ну, между промежутками. Недолго, но так, по чуть-чуть. Оба быстро уходят. Сколько тебе там до мастера осталось, когда? У меня нет мастера, я против тебя. А, все. А, хорошо. Сколько у нас там доберсы, мы успеваем? Да. Да, еще три минуты. Ну все, тогда иди. Так отворачивайте, давайте без МК. Зачем эти 200 ГП? Так, у тебя мастер... А, ты давал уже все четко. Я только что дал. ГЦ. Блядь, на третьей фазе было 16 этого, блядь. Пиздец. Я закончил. Сноубьорн без ачивки. Ничего страшного, я все еще сделаю. В смысле? Прикол. Я очень деревья. А, тебя выкинуло. Ну. Так это... Блядь, пиздец, вы понимаете? Я 40 минут отменяю это ОД, блядь, вам, ГП. Оно же по 50 каждому, то есть 25 умножить на 3. Я ничего не понял. Бля, я понял. Я эскейп протыкал и все. Так, пацаны, поехали. Блять, везде хапало фул, сука, блять, хотел. Спасибо. Вот такая вот штука. А не вообще нужна кому, я могу на кота еще забрать. Ну вы рольте, если никому не. Ну ты ж как мейн, да? Ну, вообще, эрдру, типа, когда так, хрен. Так, блядь, у тебя в заметках что у тебя? Все, все, так, все должно быть что-то нормально. Все равно половина начисляется. На гигантскую кузню еще, подождите, там еще квест. И осколки. Этот, сейчас, 250 поделить на 2, 125, правильно? Да. На мишку бы попробовал. А на кота вообще нормально тоже. На кота заебись. Да, никто никуда не уходит, мы еще на первый этаж идем. Можете уже тэпаться. Готовьтесь там. Там половина. Ну все. Че, нагрудник никому не надо? Конченый. Расшарьте квест, расшарьте. Так я только что давал. А, все, понял. Значит, сделал. Смотрите, какой шлем, интересно? Блять, как будто продаешь его. Трансмог как ты делся, плечи вот такие же головы. На лоб. Портуйте все сейчас эту гигантскую кузню. То со мной плечо Т какое-то там. Восьмое. Но не четыре. Так, ГПшки начислили товарищам. Смотри, Т8 это 2 Т4. Неправильно рекламируешь. Так, кто у нас поймал... то самое, здравомыслие потерял. Так, рольте все. Два ты начислил, Донт. Так, мне уже дали. А, все, понял. Чего в комнате сдохли, а чего? Взгляд, рефлект. Я сдох, невер. Еще два человека, Винков Босс и Дуат. Так, Спольюшка выиграл, да? Че, погодите, я релогой. А, где я умер? Дуат, вот 90. Если не умер, я умер только наверху. Ну, в комнате ты умер, когда пытался... Нет, он умер нет. В этом. Наверху. Он наверху, в МК. Он не отпросил его, но... Все, пацаны, я два этот... Он два раза упал, два раза сдох. Один раз я упал, потому что меня взяло щупальце, и меня никто не полечил. А, все, я понял. Там щупальца, кстати, можно хилить, диспелить, дамажить, что угодно можно делать.
Даже таунтить мобов можно, когда в щупальце. Так, подожди. Дека не захилит себя. Все, ну, кузня, кузня. Просто некоторые не знают. Ну ладно, уже за конкретный косяк дали тогда уже. Ну, типа, понимаешь, когда вот, типа, даже вот такие вот победные траи, типа, сложно рассудить, ну, типа, кто виноват, там или хил не достал, или побежал вперед. Типа, всякие разные ситуации бывают. Если уже вайп, тогда надо вычислять, кто из-за чего сдох. Нет, все, что там тут... еще комната неудачная была Гост, для хила. 20... Так, идеально потыкаешь эти гарпуны, окей? Есть так, у нас все ДД, которые могли спекнуться в ДД, в ДД. Держите, вот он жив. Банана, спекайся в этого. Что? Давайте сделаем за одну взлет. Так, может, первый подождем вернуть ПД. Давайте. Пошлите трэш, пока почистим. Пойдем трэш. Погнали, идеальный вариант. Нужно хотя бы раз сделать за одну взлетку. Нам два хила достаточно. А пошли того босса сразу и гоням без герда, сюда вернемся. А может вообще типа ачиву сделаем? Там на протодрако там, блядь, две ачивы не хватает, ребят. Ну, такая сложная. Этот, кто у нас умеет контролить? Олюшка, если че не бил после того, как он начал бить, он просто убегал, дал один лик смерти всем. Контрольте череп. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Пацаны, не знаю, что с агро, типа, но что-то мне не хватает на вас. Я пытался его на ловушку завести, ее кто-то убирал. А в боссала больше не вешают, когда самый идет стан, типа. Ну, подбрасывает. Если мастера уру. Слушайте, ну пойдемте уже, 58 секунд, чего вы туда пошли? Или вы пошли? Не-не, пошли на острокрылые. Лучше острокрылые сейчас. Ну, давайте. Сейчас а там вот без геры, письма имели с собой. Наш единственный шанс за один взлет. И это он сейчас. А чё ты, Т5 будет? Нормально будет. Так, Богдан, давай будет? В это спекай всё. Кота? Т5 а я уже В коте уже, да? Не, все нормально. Да, я да, это... да, да, да. Три хила у нас, да? Два, достаточно. Давай, зачем это? У нас идеальный корнет должен хилить. У нас вой танчит, да, сейчас? Не, я. Нет. О, все, он, понял. Врачу не хватает. Рыбу едим. Ну, его еще рыбу едите. Ну, давай. Да я поставил, ребят, элитную со специями, реально. Все, четко. Надо переесть. Фейк тут? Да. Сейчас, я запускаю этот босс. А у вас что, с десятки нету славы рейдера? Просто, блин, вот эта скошка, ачивка, она такая какая-то непонятная, я так и не знаю, как её нормально сделать. Да мы ее, блядь, секиру должны уносить уже. Ну, так вы хотите сейчас, Не, сейчас нет. Не, в любом случае нужно первую делать кошку, а потом только жарить альфа. Так мы сразу раз не снесём 50%, нет? Ну, должны, я же для этого спецпекнул. Ну так потерите фасочки, все дела. Нет, это же все равно не ачивка, это не то. Ну это просто для себя. Да, это ну, для себя мы. Ну для себя делаем все, не для кого-то. Слушай, да мы бы из Гера на самом деле, по идее, с таким ДПСом должны были переводить. Да слушай, все разы, что мы пробовали, что-то вообще там даже не рядом. Только нет, ну там. Сейчас один умрет, то еще что-то. Меньше получаете урона. У нас всего 2 хила, и им сложно вас всех хилить. Когда вы лутаете в лучах, там по миллиону. Вот стоите просто АФК. Да, пусть, наверное, кто-нибудь другой там по эти самые лужи вышли быстрее, не лутайте вон. Пошел, забегался. Так пусть тогда, не, говорят, потыкай эти группы туда. Пусть хилы туда, пусть два хила, ну. Да, да нет, здесь достаточно хила, просто, ну, типа, что в лучах не стояли, как обычно привыкли. А Майнане побежал. Майнане. Можете ауру от огня поставить. Да, держи, дружи. Дамажит. Ну, вроде бы фаером дамажит, а... Да, точно фаером. А это самое... Огонь, ну, везде, типа, бьёт. Синий, как в Газпроме, да? Да. Стрела ледяного огня. Все, готовьтесь сейчас. Готовьтесь. Заряжайте клини, заряжайте этот.
Ну, это майнер стоит. Стойте в луже, алло. У нас два человека в луже стоял только. Все. Пускай сразу. Геру дали? Блять, сколько там до меня не достает. А у нас демон есть от себя или нет? Я в демоне. Ну сейчас мы пойдем. Так у нас этот, не давайте сейчас на пулы, сейчас вам нужно будет на пулы дать, когда я стану туда, у руля. Тебе стаунтить его надо будет сейчас. Да, я вижу. Стаунт. Да, я все четко контролирую. Ну все, я не двигаюсь, я верю в киллов. У нас их целых два. На одного больше, чем нужно. На стыльки стаках меня заморозит, я прошу передать. А, не заморозит. Не заморозит, я уже падаю. Угу. Слушайте, ну заебись, прям снесли так быстренько, да? Прям. Давайте ДПС босса, что там? Давай. Покажите. Ничего, я там первый, пацаны, все нормально. Не, именно в босса линкуете. Да, в босса и в гичат. Так, давайте, смотрите, дух, крит, всякая ерунда. Да ладно! Да ну не может быть! Попал. Какие вы слабые, блядь. В смысле? А топ-10 можно? Не, вот это топ-6. Да это пиздёж, да в смысле? Блядь. Не зря шапку поддал, блядь. Она лутали Т4, блядь. Сука, чтобы сейчас кому-то... Стоп-флот. Ты не дамажит. Видите, зато даже с дебафом... Я, Бьёрн, ты не хочешь распределять лута, я потанчу трэш. Да я уже на месте. Давай в сумку возьми и забирай себе. Ну, вольф-спекайся. Забери всё себе. Вот спекайся в танк, а пока трэш потанчу. Так, и дух хостова еще из запа. Никому ничего не нужно. Я просто их вот оставлю. Или кому-то на распыл дать. Кто у нас там главный распыльщик? Давай. Одного в банк, киньте моба. Так, жду одного плюса. Главный распыльщик от тебя. Полюшка. А я понял, что Полюшка его назвал. Он, короче, Полина его называется, короче. Потому что там все ники, там под следующее имя. Там Полюшка, у тебя же там Ирина есть, да? Там Ирочка там. Так, все, Полюшка, половина этого, половина кристаллов в ГБ скидывает. А в чем прикол? Вот мужику игра, да, и дело женские имена, я не понимаю. Не знаю, у нас такие. Сначала серфа голду клянчится. Да, он стоит там в Штормграде, я видел. Ага, голду фармишь. Голый стоит на почте. Отмазывается, что кормит, да? Не, ну типа, это самое, ну, там, ну, сделать телочкой, да, пойти там, поупрашивать там водичку у ребят. Нормально, кстати, тактика, надо попробовать. Так, ну я думаю, нам нужно кого-то одного спекнуть в хила, мне кажется, в два хила это будет сложно. Или нет, Корнес идеально, что скажешь? У нас нет, просто мастер ауров мало. Третьего, да. АОЕшку, АОЕш на хила, давай, наверное, где-то самый, прям спекайся. Хила. Или ДЦ-шку можно. А ДЦ разве она пробивающая или нет? Огонь. А тут 50-50, я не уверен. Я просто тоже не уверен. Нормально тут хилит. Но я не уверен тоже. Почему-то вот как... Кахдир, короче, щиты не абсорбится. Слышишь, Невлайн, сколько ты будешь собирать проходку? Да не он будет собирать. Ага. Войт. Я не знаю, во сколько удобно. Завтра понедельник, завтра. Ну, вечером, скорее всего, типа, мне кажется. Ну, я не знаю вообще. Как тебе, наверное, будет удобно. Да, блин, у меня это самое. В смысле, я не Войду говорю. Я Войду говорю. Я в любое время могу, главное, чтобы людей больше. Да, может, горожан на понедельник, на вторник принести. На вторник не можешь принести? Да, можно.
Ну, кстати, у нас иллюзия там понедельник не могли сам. Можно и во вторник, потому что Кубов как раз освободится и будет нам танчить. Ну, и еще я освобожусь, то есть у нас Татик еще освободится, тоже десятки. Че, ты закинешь или я? Да, как хочешь. Давай ты. Сейчас тихо, матч реванш будет. 6 минут фласка. Давайте быстрее, надо все сделать быстро. Знаете, что этот? Что я хочу попробовать? Я хочу его попробовать танчить прямо там, где он стоит. Блять, танку похуй на лужу. Че? Ну, должно быть. Да не, не надо. Потом. Частицы, частицы на Void Fury. И этот, Арчана. А с мобами что ты хочешь? Пофиг. Просто таунтить. Ну, типа, мы сейчас же не бьем мобов все равно. Хочешь, чтобы тебя хилили? Не, меня не надо, все, я хил. Я ретрик. Быстрее фласку заканчивайте, ребята. Лангвис готов или нет? Алло. Сейчас плясит, пиздец. Блин, перепью на 100, ладно. А я не перепью. Но все равно без Гера, чего вы так точкуете? Первый дашь мастера. Все, не бейте, не бейте, не бейте пока. Дайте там 130 тысяч агро. Нормально. Кто первый мастер даст? Корнеас, у него сейчас аура. Хорошо. Встаньте ему под спину. Угу, сейчас. Мастер. Можешь освобождать. И бери, наверное, файер, типа проще будет с файером похилить. Все, заанонсите мне мастера, то я... Да, у меня вообще сейчас что-то фризит жестко еще. Салеву боссу дайте. Он сейчас сорвет. Да, он босс там, дайте мне. Я дал. Нейра, ты где там? Да я, блядь, в котле катаюсь, сука! Че, как там, тепло? Да, конечно, тепло. Мастер. Следующего не будет мастера, потому что будет сейчас такой урон. Наверх, хуляй хныкать, блядь. Да, следующего не будет, у нас их просто нету уже. Закончились. Кажется, когда кажется, там у нас мастеров. А, ну, босс уже умрет на время. Там 57 секунд. Босс должен умереть. Стоп-каст. А у кого-то такой громкий микро? Там какую-то колбасу нарезают. Да-да-да, что-то там мышка, блядь, хуярит, а не колбаса. И клавиатура, блядь. Бля, это я микрофон не видел, чтобы... Что там, макарохи жрёшь? Короче, слабый, наверное, 14-15. Да, конечно, ну слушай, ты в котле катался? Нет. О, я понял, что Андрей передамажил. На море купался? Отстань, у меня рука устала. Я с котлом 900 держу, алло. Ох, где-то я в топ-10 вышел, блин. Дайте в Долоран, пожалуйста. Не гоните мне точечный, пожалуйста, урон в босса ДПС, гичат. Так, с кому-то этот пояс нужен или нет? Нет, вы топ-3, блядь, нет, топ-5 дайте хотя бы, топ-10. Чё, ребята, кто в кару хочет сходить? Смотрите, как дрыщ близко. Блядь, 7-е место. В кару? Ну, собрать можно, можно. Это чисто в босса, да? Да, все вижу. У меня есть соба. У меня прист. Чё, ребят, сейчас один кусочек выбью, триньку себе сделаю с острова и... Всё, можно. Я могу пойти. Можно в крыло? Попало на укар. А что ты с агро своим делать будешь, скажи, пожалуйста, на милость? Я? Да. В смысле? Все он там соберет, все там это сделает. Там в эльфа респектнется, все нормально. А-а-а, я понял. Там по-другому не вариант. Это еще камушки переставлять будешь. Так, подожди, а там же портал нерабочий. Паленый. Так, стоп, подождите, что у нас по боссам? Мы убили раз, два, плюс Везакс, Йок, Мимирон. 50, это 450 плюс 200 и плюс 100. Посчитайте, сколько это я насчитал. 750, 700. Да?